Итак, в Турции, своей любимой стране, я не был уже 2 года. Турцию я обожаю за море, за природу, за ее горы, за все остальное. И летел я из Одессы, летел ночью, вечером темно было, особо ничего не снимал. В самолете было всего лишь 40 человек, поскольку это было 17 октября, и люди думают, что в Турции уже холодно, сезон закончен и так далее. Уговорил стюарда разрешить мне сесть возле запасного выхода. Нога на ногу сидел, спокойно себя закидывал, кайфовал. Короче, было очень здорово. Это, наверное, один из лучших моих полетов было. Летал я немало. Летал я раз 30 уже примерно. Итак, привет, Турция. Сразу тепло чувствуется. Хотя у нас тоже при вылете было градусов немало. Но тут сразу чувствуется тепло и такой летний климат. Airbus 321, сейчас покажу. Сайз белый такой. Такой вот красавчик. Наконец-то я снова в Турции. Через 2 года, блин. И это у нас начало моего путешествия в Турцию. Может, кому-то будет интересно посмотреть. Снимаю я обычно для себя видео. Эти все на память. Я также снимаю обзоры отелей, конечно же. Сидел я вот возле этого выхода запасного. Ну, кому интересно, будет приятного просмотра. Частей будет много. Каждый день я что-то снимал. Что здесь, короче, жара, капец вообще. Мы приземлились, получается, в часов сколько сейчас? Боже, я даже не знаю, сколько часов, 10 или 11 вечера. И, короче, у нас сегодня было там 23 днем, но это все равно 23, когда уже холодно, как бы нужно одеваться. И тут вышел с самолета и сразу попал в такие тропики, вообще капец, блин. То есть тут жара такая сейчас, что я даже боюсь представить, что сейчас днем, короче. Поэтому, я не знаю, люди боятся ехать, все думают, что тут холодно, море теплое. Ну реально, вот я мокрый просто хожу, просто вот реально как летом, блин. Два года я здесь не был, аж не верится, был я, получается, в августе, ровно 2 года назад. Боялся, если честно, немножко холода, конечно, мало ли. Фух. Ну вот, если сейчас даже здесь, ну, объявили при посадке, что 23 градуса, но если вот даже сравнить 23 сейчас здесь и 23 у нас, это совсем большая разница. То есть тут реально сейчас можно раздеваться, ходить голым, тепло настолько, что хочется прийти и купаться. А купаться ночью пойдем? Это наш Мерседес. Блин, жаль, что у меня отель не на этой. Давай я тебе... У меня уже, короче, как в Шри-Ланке, ноги начинают потеть, что надо срочно снять. Честно, не ожидал. Октябрь месяц. Какой сегодня? 18 октября, да? 18 октября. У меня штаны прилипают уже просто. Влажность и тепло. Нет,